У меня есть своя папочка, у меня есть своя картотека. Она может быть лучше некоторых других картотек. Есть очень много материалов, которые, к сожалению, невозможно. Вот сегодня есть два убойных материала на Плохотнюка, но сейчас я буду обсуждать. Дело в том, что это связано с международными. Эти материалы имеют связь с преступлениями международного масштаба. Я буду обсуждать сегодня, посмотреть, где в Румынии, в Германии, в России, то есть страны, которые как-то имели участие к этим преступлениям, чтобы там местная прокуратура возбудила дело. Вы понимаете, как сегодня можно пойти к генеральному прокурору страны и принести материалы на Плохотнюка? Я приносил материалы на Филата, Плохотнюк за счет этого шантажировал Филата и держал его. Где сегодня все те материалы, там, кот у моря, использование средств, украденных в БЕМе, предвыборную кампанию, когда нас сняли в ноябре 14-го. Ничего не делалось. Короче, Плохотнюк меня подвел к тому, что победители не судят. Значит, он так привык говорить последний год. Значит, я воспользуюсь этой пословицей, я уверен, что она пригодится. И мне, и самое главное, практически всем гражданам Молдовы, которые сегодня выступают против этого режима.